Ты молдаван посылаешь куда? Куда ты молдаван посылаешь? Куда ты посылаешь Молдова? Ну да сбой, мы ракете, ну время, ну и Молдова. Ну я ж не громадим мои мозги. Вот именно благодаря таким, как ты, как? Будут тут ракеты. Ты? Потому что слышь, вот такие. Ты, вот, я, именно... Идите в Америку! А что ты? Да ты поедешь, мадюкаешься. Нам не помогай! Я вот задам нашим уважаемым правоохранителям такой один вопрос. Вот недавно был такой же самый митинг вот напротив американского посольства. Почему наши правоохранители сказали такое людям? Вы не имеете права здесь находиться, здесь... Конкретно мы сказали, конкретно я сказал. Нет, я же не... Как я вам могу ответить на этот вопрос? Ну вот почему? Ну, правоохранители же такие же карабинеры, вот как вы так же сказали, Нигер. Я не хочу, как я отрежу, это очень велика, да? Ну это естественно, я не могу ответить, что ты карабинер.